Я прошу вас. Дайте позвонить. Всего один звонок жене и все. Не положено. Это очень важно. Вы меня слышали? Ну что, Воронков, будем суммировать и с тобой? Плюс 8-10 за побег. Еще плюс за двоих в бане. Я их не убивал. Хорошо. Я изучила твое дело, и все улики показывают, что это ты, по крайней мере, убил своего брата. Да, я убил брата. Но я не знаю, почему. Может быть, из-за флешки? Зачем вся программа у меня в голове? Что за программа? Автономная операционная система, которая умещается на флешке. Это наша с братом идея. У меня не было мотива убивать брата. Мотив всегда есть, Франко. Но не у меня. Можете спросить капитана Маркина. Он сказал, что есть новые зацепки в моем деле. Может быть, он сможет доказать, что это было случайно, если я не знаю. Капитан Маркин? Да, капитан Маркин. Он сказал, что есть новые улики. То есть вы уверены, что это именно капитан Маркин помогал вам? Николай Маркин, да. Капитана Маркина звали Константином. И он был убит в аэропорту города Архангельск. И, скорее всего, его убил именно тот человек, который помогал вам. За вами послали наемника, а я хочу его поймать. Наемника зачем? Ну, это же очевидно. У вас в голове существует программа, которую вы можете восстановить. Очень жаль, что вы не можете восстановить обстоятельства убийства вашего брата. Я, то есть, помню. Послушайте, это все не важно. Я все понимаю, но я прошу вас, я очень вас прошу, помогите моей жене. Ей очень нужна ваша помощь, она беременная. Ее хотят отравить. Ей угрожает опасность. Пожалуйста! Владимир, а можно вопрос? Валяйте. А кем был настоящий Маркин? Мой воспитанник, коллега. Отличный следователь. Сотрудник, с которого я несла ответственность. А когда-то был такой же, как вы. Нелепый, неуклюжий. Ну что, поехали? Поехали. Эти срочные задания. Не пожрать толком, не поспать. Ну так служба. Этот хоть тихий, не то, что в прошлый раз. Извини, служивый. Другой раз расскажешь. С тобой не пойду, понял? Пока не скажешь, что это такое. Я тебе говорил. И ты врешь, следователь мне все хотя рассказала. Ты наемник, тебя послали за флешкой. Я не знаю, где она, так что можешь меня грохнуть. Слушай, если бы я хотел тебя грохнуть, представь, сколько возможностей у меня для этого было. Главный вопрос не кто я, а зачем я здесь. Мне нужно доставить тебя в Питер. Зачем? Кто тебя послал? Твой друг. Нет у меня друзей. Как видишь, есть. Какой смысл в том, что я бежал? Ты из-за меня умер, брат. Я ничем никому не смогу помочь. Если тебе станет легче, ты не убивал брата.
Чего? Откуда ты знаешь? Можешь мне поверить, я в этом разбираюсь. Хочешь узнать правду? Поехали со мной. Хорошо, только с одним условием. Сначала мы заедем к жене. Зачем? Это мое дело. А почему ты думаешь, что ты убил Артема? Вспомнил что-то? А почему я должен тебе об этом говорить? А лучше мне, чем прокурору. Я более доверчивый. Тебе приказали отвезти меня в Питер? Исполняй приказание. А вот это правильно. Все должно быть в меру. И доверие, и осмотрительность. Ага. А с этим что? Жить будет. Смотрю, продукты в холодильнике так и лежат. С прошлого раза не тронуты, да? Меня тошнит от еды, я не могу готовить. Я принес на тебе суши, супчик. Ну, все, как ты любишь. Давай. Я не хочу. Я совершенно запуталась. Все, во что я верила, обратилось в пыль. Все мои близкие люди превращаются в чудовищ. Мой муж обвинен в убийстве собственного брата. Лучшие друзья ненавидят друг друга. Варя, я не знаю, что произошло с Димой. Я не знаю, почему Матвей харкает ядом. Но я знаю одно. Варя, что мне ты можешь доверять. Тебе просто нужно все перечеркнуть. Все забыть и начать новую жизнь. Ты перечеркнул? Ты забыл? Послушай, Варя, я никогда не прощу Диме смерть Артема. Если бы не Тема, я бы уже в тюрьме давно гнил. Если бы не Тема, не было бы фирмы, не было бы тебя, не было бы ничего, при Варя. При чем тут я, Паша? А при том, что я уже один раз позволил тебе выбирать между нами. Больше, Варя. Я такого не допущу. Варька, давай уедем, а? Ну, уедем вместе, начнем новую жизнь с чистого листа, слышишь? На какие шиши, Паша? Ты уже сказал, что деньги будут. Столько, сколько нужно. О чем ты говоришь? Какие деньги? Ты в долговой яме. Я найду эту флешку, Варя. Слышишь, Варя? Он меня вырубил, дальше ничего не помню. Кто? Да водила, кабан здоровый. Как очух, срок позвонил. Он? Да похож вроде. Вроде или похож? Похож. Он. Точно он. Ориентировка на Воронкова и на вот этого должна быть у каждого полицейского, у каждого охранника, в каждой паршивой забегаловке и гостинице. И пусть на местном телевидении из их рож сделают звезд экрана. Хорошо. Ориентировки разосланы, по телевизору каждый час показывают. Ну вот и все. А я вам сувенир купил, чтобы, ну, на память, чтобы у меня... Не мямлите, Вакси. В самолете расскажете, за что вы меня будете вспоминать. В каком самолете? Вы летите со мной в Питер? А почему? Как почему? Это же ваше дело. Ну, вам же не нравится, как я работаю, вы все время... Срывайтесь на меня. Да, мне не нравится, как вы работаете. Потому что вы можете работать лучше.
Потому что вы любите свое дело, как капитан Маркин. И я. Просили передать вам. Здесь информация о пассажирах с рейса. Угу. Так. У троих 100% алиби. На остальных есть фотографии с камер. Ну и в аэропорту бы пробили их по системе распознавания лиц, потом по базам. Ага, есть. Денисов Николай Григорьевич. Данных нет. А может, он на спецслужбу работает? Ну, во-первых, я сомневаюсь, что это его настоящая фамилия. Паспорт, скорее всего, поддельный. А во-вторых, может быть, он и работал на спецслужбы. А сейчас он просто наемник. А почему вы так думаете? Для спецслужб слишком много шума. Давно бы уже вмешались бы. Вполне возможно, он бывший разведчик. Вот, посмотрите эти фотографии. Вот видите? Вот видите здесь след от удара на шее? Ну? Этот удар нанесен ребром в ладони. А обычный десантник, он бы просто дал кулаком в нос. А тут видите, как красиво сработано? Надо бы скорее бы найти этого Денисова и понять, кто ему заказал Воронкова. Организуйте мне, пожалуйста, встречи со всеми фигурантами дела Воронкова. Сделай. Кровать одна, но большая. Вода горячая, белье чистое. 1000 рублей, деньги вперед. Благодарю вас. Отдыхайте. Только вот кровать-то одна. Спать будем по очереди. Видеть сейчас на ваших экранах. Так сообщает полиция, сбежавший Дмитрий Валерьевич Воронков. Алло. Алло.
Алло, я вас не слышу. Говорите, пожалуйста. Димка, это ты? Димочка, милый, я тебя чувствую, это ты. Тебя хотят отравить. Это последнее, что я хочу сказать. Не верь, Паша. Ларя, это Дима звонил? Нет, кто-то ошибся просто. Ты иди спать ложись. Еще рано. Денег не займете, а? Согреться чисто. Пьянь, с тебя не хватит? Да замерзся, согреться надо. А? Полтинник жалко, что ли? Держи его! Быстро! Сумка! Ба! Выстрел в голову. Пулевое отверстие в центре лба. Учитывая расстояние, такой выстрел не мог быть случайным. Стрелял профессионал. Так, а теперь Жуков Павел. Дмитрий Воронков дважды стрелял в меня в серверной. Вакси, найдите в серверную. И выйдите по моей команде. Пах! Пах! Ваксин? Да. Кто стрелял? Вы. Но почему я-то? Ну, потому что никого нет в комнате, кроме вас. Но вы же не видели меня из-за стеллажа. А, то есть вы думаете, в комнате был тот четвертый? Возможно. Единственное, что можно сказать точно, это то, что стрелял человек, который умеет владеть оружием. Да и откуда сопляк-программист мог достать незарегистрированный ствол со спиленными номерами? Угу.
куда мы едем? К другу? Мы же договорились. Мне надо увидеть жену. Исключено. Послушай, ты. Мне надо увидеть жену. Ей угрожает опасность. Ты понимаешь это или ты придурок? Понимаю. Мы не можем рисковать. Тебя всюду ищут. Тебя тоже. Вот, четко нарисован. А задержанный не похож. Молодец. Похож. Кабинет Кириленко где? Ну, туда. А. Вот как такое можно? Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Десять лет назад вы в драке ножом ранили человека и получили за это 2 года. Условно? Ну да. Благодаря хорошему адвокату, которого для вас нанял Артем Воронков. И? Да я был в банде. Да Артем меня вытащил оттуда. И что? Артем вытащил вас, и поэтому вы убили его, чтобы не быть обязанным. Слушай, ты, за такие слова я раньше знаю, что с тобой бы сделал. На, делай. Если вы считаете, что я виноват, почему тогда Дмитрий в тюрьме сидел, а? А вы уверены, что Дмитрий Воронков убил Артема? Да, я уверен. То есть вы видели, как он стрелял в вас и в Артема? Вы своими глазами видели? Нет, я не видел. А звук выстрела вы слышали? Нет, я не слышал, потому что на пистолете был глушитель. Как мне потом сказали на следствии. А какой мотив был у Дмитрия Воронкова убивать Артема? Все говорят, что он боготворил своего брата. Да, боготворил. До поры до времени. А когда денег не стало, и банк мог выселить из хаты, вот тогда-то нашему Димочке крышу-то и снесло. Почему Воронков-старший отказался продавать разработку? Потому что он считал, что процент от продажи – это выгоднее, чем продать всю разработку какой-нибудь сторонней компании. А вы в этом были с ним солидарны? Нет, я с ним не был солидарен. Я ему просто доверял. Вы ищете флешку. А с чего вы это взяли? Слухами зона полнится. А. Вы заказали выбить информацию из Дмитрия Воронкова. А когда это не помогло, решили пригрозить Варе, чтобы додавить. Чушь собачья. Варе я никогда не угрожал. Но вы же сторонник силовых методов. А что, искать флешку – это преступление? Искать – нет. А вот убить с целью завладеть – да. Так вот я флешку ищу. И только. До свидания. Я надеюсь, вы мне позвоните, когда ее найдете. Это будет очень мило с вашей стороны. Послушай. Ты... У тебя есть жена? У тебя хоть кто-нибудь есть вообще? Ты кого-нибудь любишь? А? Мне надо увидеть жену. Я тебе помог. Теперь ты мне помоги.
друг твой? Уже нет. Да. Хотел ее увидеть, вот и смотри. Это все, что я могу для тебя сделать. Я уже отвечала на все вопросы. Про побег я сегодня от вас узнала. А может быть, вы знаете человека, который в бегах с вашим мужем? Я даже не знала, что Дима не один. Скажите, а после ареста Дмитрия вы получали какие-то угрозы в свой адрес? Нет, ничего такого не было. А что? Да нет, ничего. Просто на допросе ваш муж беспокоился о вас. Нет, я ничего такого не знаю. А вы кому-то говорили, что вы беременны? Вам Дима сказал? Знает только Дима. А ваш муж умел пользоваться оружием? Нет, что он даже яичницу себе не мог приготовить. Не то, что стрелять. Паша у нас любил пострелять. Хорошо стрелял? Нормально. А вы с Павлом в каких отношениях? Мы друзья. Ну, он друг Артема и Димы. М? Он друг Артема и Димы. Друзья. А вы знали, что Павел заплатил сокамерникам Дмитрия, чтобы те выбили из него информацию о местонахождении флешки? Нет. Паша такого не мог сделать. Точно не мог. Похоже, вы не очень хорошо разбираетесь в людях. Похоже. Дядь Боря, это я, Дима. Дима? Дядь Боря, мне нужна ваша помощь. Дима, ты где? Дима, ты знаешь, что тебя ищет полиция? Мне звонили, приглашали явиться на допрос. Дима. Мы не можем с тобой разговаривать по телефону. Боюсь, что мой номер на прослушке, не хочу тебя подставлять. Дядь Боря, я все понимаю, но я не за себя прошу, я за Варю. Я за нее очень волнуюсь. Пожалуйста, присмотрите за ней, ей угрожает опасность, серьезно. Конечно, конечно. Дима, не переживай, обязательно присмотрю. Ты... Ты только не отчаивайся, Дим. Ты только не наделай глупости, прошу тебя. Но ты же знаешь, что у тебя есть друзья. Я, Матвей, Павел. Паша убил моего брата. Угрожая твари, приставил ко мне наемник. Павел, о боже. Ладно, дядь Бой, мне пора идти. Я прошу, выполните мою просьбу. Куда мебель дел? Дима? Продал? Вашими стараниями. Вот, собрал тебе кое-какие вещи на первое время. Надеюсь, что-нибудь там подойдет. Спасибо. Если хочешь принять душ, там чистое полотенце на стиралке. Полно. Ага.
До сих пор проститься не могу, что меня тогда с вами не было. Когда узнал, летел на все красные по встречке. Да. Нас, Паша, поговорить по душам. Ты тоже думаешь, что это он? Нет, к нему лучше не соваться. Ты его не знаешь. Я все про него знаю. И про Варю? Я в душ. Обстоятельства, я ничего не нарушал. Вы расслабились, и у этого будут последствия. Все чисто. Так давай быстро. Проверили и ушли. Тебе светиться ни к чему. Все, давай. Я там уже смотрел. Есть. Не может быть. Ты где нашел? Все очень просто. Абия, древнерусский словарь. Валим отсюда. Надо поторопиться. Да, пошли, пошли. Все. Слушай, здорово, парни. Бараков не с места. Извините. Бараков, стоять! Давай в машину!
Вот и снова свиделись, Алла Владимировна. Думал, что после того дела больше не услышу о вас. А вы, оказывается, любите поддерживать старые связи. Только в случае острой необходимости. Послушайте, по телефону вы мне сказали, что у вас мало времени. Это правда. Вы были правы в своей догадке. Этот человек действительно похож на нашего. Вы уже сделали официальный запрос? Да. Мне отказали. Государство нас оберегает. Впрочем, это не мешает любой уважающей себя разведке иметь досье на лучших из нас. Послушайте, у меня нет времени бодаться с официальными структурами. Вот вы лично. Вы же можете мне в чем-то помочь. Я не знаю этого парня. И по почерку он больше похож на диверсанта, чем на разведчика. Не вижу разницы. Разница есть. Оба действуют скрытно, но разведчик наблюдает. Ключевые слова — неприметность и внимание. Разведчик никогда не вступает в прямой контакт без жесткой необходимости. А диверсант проникает. Прямой контакт почти неизбежен. Ключевые слова — скорость и ловкость. Ощущаете разницу? А вот это уже интересно. Что? Это водитель автозака. Его вырубили одним ударом. Очень тонкий прием. Легко можно перестараться. Вещь известная, но малопопулярная. Чтобы убить, эффективнее десантный нож, чтобы вырубить удар в висок. Я знаю только одного инструктора, который обучал такой технике. Сергей Васильевич Бирюков. Человек легенды. Ну, в узких кругах. Он уже на пенсии. Но должен вас предупредить. Он вам ничего не скажет. Ну, я попытаюсь. Говорите адрес. Зачем ты пришел? Я пришел защитить тебя от Димы. Будешь? Шо? Ты что такая напряженная? Да нет, все отлично. Муж убийца в бегах. Самое время налаживать личную жизнь. А ты зря так, Варя. Ты же не знаешь Диму, так как знаю его я. Мне кажется, тебя я знаю еще меньше. В каком смысле? Я не думала, что можешь нанять бандитов, чтобы избить своего лучшего друга. Я старался ради нас, Варя. Пока никаких нас нет. Нет, есть, Варя. И я тебя люблю, ты это знаешь. Когда ты найдешь флешку, твои поступки покажут, кто ты есть на самом деле и ради кого ты стараешься. Сергей Васильевич, я вам звонила. Один из ваших учеников натворил много бед. Мне нужно его имя. Спасибо. Даже не знаю, с чего начать. Может, не стоило приходить? Варь, мне звонил Дима. Он просил за тобой присмотреть, потому что он очень беспокоится за тебя. Я сама за собой присмотрю. Варюш, ну, рассказывай, с чем пришла? В общем, я начну прямо. Мне нужны деньги. Да, конечно, я тебя понимаю. Я помогу с деньгами. Но ты же родной мне практически человек. И у меня есть кое-какие сбережения. Мне не ваши деньги нужны. Я знаю, что у вас есть связи. Мне нужно, чтобы вы нашли мне покупателя на флешку с программой. Постой, так ведь... Когда погиб Артем, ее же вроде не нашли. Ты что, знаешь, где она? Пока нет, но я уверена, что скоро она будет у меня. Вы поможете мне? Варь, я не могу обещать, но, поверь, я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Дай мне знать, когда флешка будет у тебя. Хорошо.
служили два друга. Они прошли вместе столько горячих точек и боевых операций, что практически стали братьями. В одном из последних рейдов один погиб, другой попал в плен. Через несколько лет бежал. Но он для всех уже был мертв. И вот мертвец возвращается к жене и сыну. Сидит дома, поминает погибшего друга, муки плена, пьет. И однажды пьяный садится за руль автомобиля и попадает в аварию в горах вместе с женой. Он опять выжил. Жена погибла. Сына отдали в детдом. Держаться ему стало не за что. Он пошел в наемник. Человек без работы – не человек. Ваше время вышло, Алла Владимировна. Варя, я все прекрасно понимаю, поверь мне. Ты вправе начать жизнь сначала. Я тебя не осуждаю. Мне не нужно ваше понимание. Мне нужно, чтобы вы сделали то, что я у вас прошу. Просили проявить инициативу. В общем, я наведался на квартиру к Артему Воронкову. В итоге задержали Матвея Юркова. Он пришел на квартиру вместе с Воронковым? Дмитрию помогли скрыться. Ладно, садитесь. Ну и зачем вы думаете, Матвей помогает Дмитрию? Из-за флешки? Дмитрий разработчик. У него вся программа в голове. Ему флешка зачем? Понимаете, флешку можно продать и сразу получить деньги. А программу в голове ей же нужно еще восстановить. Так? Ну идите допросите тогда Юркова. А также прошерстите всю их документацию. И пусть он нам поможет быстрее с ней разобраться. Сделаем. И вот еще Ватсон. Извините, я Ваксин. Вы, Ваксин, сообщайте мне, пожалуйста, о ваших инициативах. А то был тут у меня один такой инициатив. Нашли его труп в аэропорту. Хорошо. Это вообще от меня, ты! Тебе флешка нужна, на, забирай эту флешку! На кого ты работаешь, скажи? Да ты убил, брат, сука! Извини, ничего личного. Просто выполняю свою работу.